Типа он предупреждает, типа там вообще хардкор, там мясо, там не надо это все делать, типа. Одумайся, у тебя же ничего нет, у тебя между ног один пиксель висит, зачем тебе это все надо? Да, это одна из тех игр, которая заставит тебя страдать. Но я знала об этом, поэтому... Окей, поэтому я заварила зелёный чай себе на всякий случай. Вместо обычного черного. Ай! Не, что-то этот уровень, по-моему, слишком... Йоу! Так, я понял. Да ё, ну откуда его там не было? Чё, серьёзно, что ли? Я как и в тех залезу. Название игры оправдывает. Серьезно. Да. Что такое? Идите к лафи. Серьезно? Это слишком жестоко. Это слишком жестоко. Стой, а давай? Серьезно? А, это понятно, это легкотня. У меня инсульт был чуть сейчас, Мика. Как, а мы... Что происходит? Тут слегка потолкну... Ты чё делаешь, урод? Я тебя убью сейчас. Ты чё, зверём? Ну, посмотрите, он такой миленький, я никак не ожидал. Телепорт! Ой, надо было нажать. Тупанул, чё. Опа! А может и не надо было? Иди сюда. А вот это было неожиданно. Или может это как черепашка из Марио. Так, не прыгай. Оп. Ах ты ёкарный бабай, он еще и умный оказывается. Вот это... Эта игра, она на один шаг вперед, серьезно. Она умнее, чем та машина, которую изобрели, чтобы она играла с гроссмейстером по шахматам. Гроссмейстером по шахматам. С тем, кто... была так, изобрели машину, которая обыграла самого лучшего шахматиста в мире. Так вот, вот эта игра, Пукан Байбай, она в 100 раз умнее. Она продумывает настолько больше шагов, что та машина, которая играет в шахматы, она такая... Ой, ну я тупая. Ну, не знаю. Ну, как она могла посчитать, что я прыгнул? Видите, тут просто надо было пойти. Интересно, что дают эти пилюли? Очень похоже на пилюли. За что? Ой! Ну ладно. Воу! Начинается уже. Ой! Немножко полагивает, но это вообще... Это ни о чем. Оп. Быстро. А, он бежит за мной. Блин, почти нет. Бежим. В смысле? Это что сейчас вообще было? Да блин. Я же говорил, вообще легкотня. И... Какой-то из этих блоков взлетит, улетит или взорвется, да? Оу! Ты что делаешь? Он меня уколол! Помним. Что? Что это? И как я проходить должен? Ах, как мы ее делаем? Она просто у нас скоро будет прощения просить за то, что выводила нас! Допустим. Как я радуюсь, когда выигрываю. А тут надо быстро бежать. А может и не надо. Почему я остановился? Оп, пожалуйста. О, отлично. Уже так знаешь, от безнадёги думаешь, может тут есть какой-то другой путь, который полегче? Секретный путь от разработчиков. Но потом понимаешь, что вряд ли он тут есть. Ты что натворила? Как мне теперь игру проходить? А, нет. Господи! Смайлик выскочил и убил меня. Это была самая неожиданная хрень.
Мне кажется, вот те, кто пройдут эту игру, они действительно попрощаются со своим пуканом, потому что он взорвется похлеще, чем вулканы всякие. Такое извержение будет просто... О, мирового масштаба. Да господи! Так, спокойно. А, меня эта игра уже достала. Все, короче, все. Глубина той чаши, которую нужно заполнить, чтобы меня вывести, она очень огромная. Серьезно? Ты? Почему? Как? Как он это сделал? Я не пойму, отойди. Я спокоен, как удав. Я никогда не был так спокоен вообще. Там шип. Он на шип встал. Так, это что сейчас было? Это что сейчас было? А, я же был близок. Оп, давай, иди сюда. Оп. Оп. Все, давай, быстро. Отлично. Так. Блин! А может здесь? Серьезно? Вот так вот просто? А я мучился. Блин, вот есть игры, которые хочется до конца пройти. Например, вот это. В смысле? Ой, как это сейчас тупо было! Я опять забыла про эту пилу. Блин. Я почти прошла, почти. А, вот теперь я страдаю. Класс! Так, и... Фух, так, тихо, спокойно. Yes, я это сделал. О, все. Фух, вот это было потненько. О, хардкор, как он есть прям. Я серьезно, я не могу ее пройти. Вот что ты не делай, я не могу. Тупость какую-то несу, потому что я не знаю, у меня все, у меня мозг поплыл. Да хватит меня бить! Меня и так жизнь обидела. Я летсплей снимаю. А, нет, смотри. Это нереально. Серьезно. Пукан уже давно горит, если честно, блин. Аж кресло задымилось. И умирает. Вообще, конечно, ну естественно. Ну да, до свидания, все. Зачем, расскажите мне, чуван. Расскажите мне, зачем чувак с одной пипиской, извините. Ну, тут по-другому не скажешь. Что это еще за пиксель? Для чего он решил отправиться в такое опасное приключение, чувак? У тебя же ничего нету. Они выносят мозг. Они вот такие вот, ну вы видели. Я не знаю, я пройду этот уровень и сожгу эту игру. И флешку сожгу! Разработчик, я думаю, молодец, постарался. Такие игры, они тоже нужны. Фигарит, но я люблю такие. И флешку сожгу! Молодец. Ух ты, он творит, ты видал? Он какой хитрый. Пес. Падла. Хорош. Давай. А куда идти-то там хоть? А может и не слегка, нужно чуть посильнее. Что происходит вообще? Паника меня. Я же нажал на пробел, даже 3 раза нажал. Неужели ты в одном из 3 разов не смог понять, что нажимай на пробел? Ой, тихо, все спокойно, тихо. Это я говорю, это игра вообще. Спокойно я. Я не понял, что произошло, как эта рожица вылезла. Ой, я что-то задумался в своем. Аплодисменты зрителям. Господи, я аж испугался. Фух, аж сердечко у меня. Ой, не надо так делать. У меня уже начинает пукан пригорать.
чуть-чуть обходил. Опа. Лошаря. Опа. Прям сердечко кольнуло. О, какой кошмар. Господи! Да, это легкотня, я так... Вот и меня так сейчас делает мой пукан. Он заводится, как моторчик. Сейчас, потому что еще пару и таких инцидентов, и я буду себя... Ох, нет. Я должен был догадаться. Их! Почему ты не допрыгнул? Что тебе не хватило, мразь? Ответь мне просто. Что у тебя не так? И нафиг, зверёк. Если вы будете делать подобные игры, типа вы начинающий разработчик игры или еще каким-то, не делайте хардкорные игры. Пожалейте нервы наши. Это шип, я его... Тихо ты. В принципе, игра пока что мне нравится. Ага. Тут какой-то нереал вообще пройти. Блин, не успел. Руки аж вспотели, блин. Все равно поставь лайк этому видео. Все. Вот такие дела. Ладно. Ладно. Игра нормально. Ну, типа, для хардкора она, типа, сойдет. Окей, все, молодцы. Спасибо огромное. Я прям вообще, я в восторге, я не могу. Я пойду прям плакать от души просто. Хотел сказать смеяться, но сказал плакать. Потому что я не знаю. Можете играть на свой страх и риск, я не знаю, как вы пойдете вообще это, я не знаю. Все, всем пока. Я все. Не снимайте меня. Все, пока.